Ребята, я не хочу быть учителем для вас. Я просто хороший друг, который всегда делится интересными советами. Может, для старших это уже не новость, что в Голубевосте тоже есть так называемых геев и лесбиянок. Друзья, всем привет. Вот опять вечер, опять Мишаня на связи. Сегодня вот хочу рассказать именно про голубей, которые спариваются между собой, а именно голубей одного пола. Вот, обратите внимание, вот я специально взял фонарик, вот, чтобы было видно. Вот, обратите внимание, вдалеке две самочки сидят, кувыркаются, вот, делают гнездо. Сейчас я зайду, включу свет, будет видно. Просто хотел показать, чтобы вы видели, как между собой паруются две самочки. Может, для старших это уже не новость, что в Голубевосте тоже есть так называемых геев и лесбиянок. Это часто случается. Иногда молодые голубеводы, не зная про это, держат вот таких голубей в паре целый год и ни одного яйца не получают. Вот они так и думают, почему вот есть у меня пара, дают 4 яйца, 3 яйца, есть пара, которая вообще не ставит яйца. Вот, ребята, кто не знал, теперь будете знать, что самочки очень часто паруются между собой по одной простой причине, когда нет в голубятне самцов. Другая причина может быть тогда, когда они с одного гнезда. У самцов тоже бывает. У меня тоже было. Спаровались самцы между собой. И когда пришло время споровать самок, они просто бросали самок и опять шатались друг друга. Вот такие дела. Поэтому при паровке голубей обязательно обратите внимание, чтобы голуби были разного пола, чтобы не получились такие сюрпризы. Я уверен, что не все знали, что такое может быть. Конечно, из подстарших голубеводов, те уже, которые набрались опытом, они уже знают это. Но я решил поснимать, потому что я заметил, что есть среди нас и молодые голубеводы, которые еще не знают всю суть в голубеводстве. Вот, и хочу еще одно замечание делать. Ребята, я не хочу быть учителем для вас. Я просто хороший друг, который всегда делится интересными советами. Вот как-то так. И не хочу никогда никого оскорблять. И в свою сторону тоже не хочу видеть какие-либо оскорбления. Так что давайте жить дружно. Если кому-то что-то не нравится, пишите, почему. Надо быть конструктивнее. Не просто так написать, без всякое объяснение. Если нравится, пишите почему. Если не нравится, тоже пишите почему. Я тоже человек, могу иногда ошибаться в каких-либо вещах. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Вот самочка. Сейчас я только
зайду в другой отсек. Вот у меня так открывается, вот двигается лестница, и вот там появляется пространство. Сейчас я за несколько минут заеду к самцу, посмотрим, что они будут делать. Именно самочки. Есть у меня три самочки, они всегда втроем ходят. Вот они сейчас заметят, что я лестницу отодвинул, и сразу наверх. Там у них гнездо. Вот здесь только самцы. Если вовремя не споровать самок, то они тоже начинают между собой спариваться. Сидят по углам. И потом, когда приходит время споровать, то возникают такие вопросы, проблемы, что голуби не хотят идти в пару. Давайте покажу всех поблизости. Давно не показал. Они перелиняли, становились красивее. Самец тоже. Что касается тасманами, агаранами, как кто хочет так называет, работа здесь на протяжении где-то 4 года, может меньше, 3 года. Вот такого результата за 3 года. Ну, опять вернемся к тому, что если сразу брать хорошую линию, то много не надо трудиться. Просто надо правильно споровать птицу, и все у вас будет шикарно. Хотел красных травяных показать поближе. Вот такого плана. Белоносый. Вот. Прошлогодний самец. Вот мои бакенчатники как сидят. Красный молодой, тоже белоносый, этого года. Чуть-чуть. Чуть-чуть спугнул голубей. Непривычно, когда с камерой заходишь к ним. А так они у меня не очень пугливые. Вот сидят, вот моя рука, голубь сидит рядом. Просто они камерой боятся, и все. Вот примерно такое количество самцов на следующий год. Пар 30-35, посмотрим. Может 40. Надо самок подбирать. Самок тоже есть достаточно. Вот тоже молодой. Тоже сильный, с греблей. Белоносый.
Все, 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 тихо, тихо. Сейчас белого поймаю. Такой белый. Не захотел собрать. Зря поймал. Вот как-то так, друзья. Обратите внимание на то, что поройте, кто с кем. Чтобы не прошел год, как говорится, зря.